Мы сегодня присутствуем на этом стенде Radical Step. Это наши производители оборудования. Очень клевое оборудование. Упругости, адгезия, любые конфигурации для любой деятельности, коррекции, разнообразных тренировок, для устойчивости и надежности голеностопного сустава. Я тренер групповых программ. Коврики очень хорошие. Когда по ним идешь, прямо славная амортизация. Очень хорошо массируют стопу. Я бы рекомендовала их использовать на занятиях. Ну и, конечно, дома замечательно. Просто по ним походить. Расслабление стопы – это просто славно. Я увидела обувь замечательная, и очень было бы полезно это все для детей. Сразу подумала про своего внука, у которого плоскостопие. Идея вообще классная. Скосы поверхностей самые разные для любых компенсаций, в том числе и для адаптации и тренировки мышечно-связочного аппарата. Понравилось. Смысл в том, что это что-то новое, и как бы с теми проблемами, которые существуют, да, какими-то противопоказаниями, можно работать по-новому, и это более удобно, чем мы пользуемся теми инструментами, которыми пользуемся сейчас. Естественно, персональным клиентам, многоповые занятия, детям, учитывая особенности каждого человека. Но меня впечатлила обувь, да, вот эти вот сланцы с различной поверхностью для устранения дефектов стопы. Можно рекомендовать, ну, как персональный тренер клиентам, они подойдут, я думаю, для домашнего ношения. То есть обулся, дома ходишь и проверяем результат, да. Я думаю, это очень будет раскручено в ближайшее время. Так что советую попробовать. Вы знаете, коврики интересные с точки зрения разнообразия проведения тренировок, возможность разного угла наклона состояния человека при выполнении тех или иных упражнений. Какие-то способствующие элементы в виде выпуклых платформ, которые амортизируют и уменьшают нагрузку на те или иные суставы при выполнении определенных упражнений. Я бы, конечно, хотел бы порекомендовать вообще всем, потому что в связи с тем, что мы постоянно находимся в обуви и ходим по абсолютно ровной поверхности, а потом, попадая в какие-то необычные условия, можем в любой момент получить травму. Это дает нам возможность разгрузить свой опорно-двигательный аппарат, свою стопу и дать возможность ей двигаться более естественно. То есть вот эти все ограничения, которые накладывает обувь, они с помощью вот этого достаточно простого и эффективного устройства отлично решает.